Короче. Всем привет! Я сегодня с помощниками на даче. Приехали помыться в баньке, отдохнуть. Сегодня особо работать не будем. Ну, вроде хорошо вот так. Угу. Садовник. Нет, подстригальщик. Подстригальщик. Вот я раньше папу не понимала, он любил тоже ходить с ножницами по саду, по огороду. Вот теперь я его понимаю. Ну вот, мы так оформили, обрезали пеларгонию, а то она вся вытянувшаяся была. Мама обрезала все бутончики. Сейчас она хочет еще взяться за бегонию вот эту. Да. Я ее очень хорошо стригла. Бегония, ей уже год получается. Это я ее из рассады в прошлом году выращивала. А теперь уже второй год вот она на летнике. А зимой она зимовала на подоконнике. Мама там ее обрезала. На балконе, да. На стекленном балконе она всю зиму провела. А ей тоже уже питательные вещества нужны. Ну, я ее тоже подкормила. Ладно, пошла я затапливать баню. Давай, вода у нас набрана. Я пойду переоденусь и пойду клубнику посадить. Так, затопила. Купила сегодня в фикс-прайсе, мне вот понравился такой кувшинчик. Там еще просто в английском стиле без рисунка есть. Жду еще теперь скатерть. Ваня хлеба попросил отрезать. Здесь вкусный хлеб серый продается в нашем магазине дачном. Я сама сейчас прям соблазнилась, кусочек съела. Так, мы тут с мамой клубникой занялись. Она подпрополола вон ту, которая самая взрослая. А теперь я буду заниматься размножением. Вот мамочка мне уже тут усы нашла. Первые обязательно, говорит, надо взять. Они будут плодоносить сразу в следующем году. А пока она молодую обрабатывает. Болит. Вот у меня помощники. Сразу работа спорится, а мама снимает только. Вань, ты не закидывай сюда вот этот укроп. Ой, сорняк. Да вовсю утопится, вон. Дымок уже идет. Да, сейчас уже чай скоро можно идти пить. Так, закончишь сейчас. Ну, накидал. Ну вот, мамочка так красиво чистит. Это молодые кустики. Посадила, в этом году, да, весной посадила, они вот дали настоящие такие вот листочки. И мама сейчас вот эти хиленькие, старенькие отрезает. Ой, даже тут их и за травой не видно. Вот, вот эти хилые побеги, да, удалит. А, ну, вот эти... они уже пустили, ну, тоже хилые, я их тоже удалю. Заставляю только... От середины сильный побег идет. Почка идет. Я сразу подрыхнул. И пропалываю. И красота. О, Ваня, ты молодец какой тут, да, прям. Ваня, ты молодец, как ты траву рвешь. О, а тут еще один муравейник у нас спрятанный. Да тут повсюду муравейники. Я... Уже вот у меня там раствор стоит, я бегаю по участку и брызгаю с Ифоксом. Так, как я люблю размножать клубнику. Берем первый ус, обязательно мама говорит, первый нужно брать, потому что он будет плодоносить в следующем сезоне сразу. Так, и он самый сильный. А пока не пустил корни, не укоренился вот здесь. Ну, если даже воздушные корешки дал, ничего страшного. Взяли вот такой стаканчик у меня с грунтом и втыкаем. Можно какой-то шпилечкой, но мне хватает так, пальцем уплотнила хорошо в горшочек. И вот так поливаем. О, сейчас полила, он вылез у меня. Все, и вот так ставлю вдоль короба. Они у меня укореняются в горшочках.
Очень удобно так на продажу выращивать растения. Ну вот сейчас буду еще вот этот укоренять. Полью сразу. Да, уже конкретно мы будем знать, что это первый хороший ус. Да. Ой. Какое небо голубое. Так, мы уже успели перекусить. Чаечек попили, посидели на террасе. Летом очень любим сидеть и кушать. Так, Ваня у нас играет, напомогался. А мамочка пошла ревень обрезать. Наводит там порядки, выпалывает траву всю. А я высаживаю. Так, подсадила алису вегетативную. Это последний, который я черенковала. Вот. Осталось два череночка. Хочу сделать две композиции. Будет два горшка у меня с гелиотропом. Гелиотроп, правда, еще маловат. Но я уже сейчас посажу. Будет два. Вот в такие горшки. Внизу алисум, а гелиотроп, он же как бы кустиком. И будет, я думаю, смотреться отлично. Уф, мы напололись вдоволь. Мама почистила где ревень, ей там маленько помогла. В общем, сегодня немало мы сделали по прополке. Я еще сейчас здесь вот почистила вдоль террасы, было заросше. Надо будет сюда бархатцев, я думаю, купить, здесь подсадить. И вот там подсадить. Мы с мамой сошлись во мнении. Гортензия прекрасно разрослась, и папоротник прям красавец. Так, я заканчивала на... Ой, чем попало? Топит баню. Вот таких два горшка с гелиотропом и алисумом. И вот четыре гелиотропа посадила в другом горшке. Вот еще петуник. Высадила петуни и две пеларгонии. Все, на этом. На этом все. Даже около 60, наверное, горшков теперь получилось у нас. Красота. Еще начала полоть. Вот в той зоне, где опора для клематиса стоит. Скоро ломонос затянет опору, будет красиво. Хосточки. Сейчас вот другую хосту. Вот завтра, наверное, вот с этого места начну. Вообще здесь красиво, но тоже, наверное, какие-то бархатцы надо посадить, какие-то цветочки. Жимолость созревает. Мы уже лакомились сегодня. Вот какую кучу вырвала. Еще вот здесь пошла. Теперь уже ясно, какие розы вымерзли, какие не вымерзли. Нужно будет менять вот здесь один и два. Две розы точно подсаживать надо. Но это уже на следующую весну. В этом году осенью предзаказ сделаю и уже весной куплю. Меня вот эта хоста радует. Смотрите, какая красота. Она прям необычайно в этом году красивая. Хотя вроде простая, просто зеленая. В камеру смотрится как голубовато, но нет, она на самом деле обыкновенный зеленый цвет. Вот сейчас видно. Но она очень пышная, красивая. Не болеет еще. Вот этот сорт хосты обычно болеет у меня. Но сейчас вроде неплохой. Хосты обожаю. Так, это Викулечкина хоста. Еще сюда подсадила петунию. Вот моя туя, которая высохла. Пришлось ее вот так спилить. Ранетом замазала. И теперь вот так будет. Ну, буду ее стричь, может быть, зарастет вот эта проплешина. Вообще, конечно, хорошо бы ее поменять.
Ну, этот красавчик сидит. Вот надо проследить мне, чтобы вот этот вот, наверное, побег убрать. А пусть она формируется в один ствол. Это очень важно. Чтобы так потом не развалилась. Вот как на этой туи. Вот она. В три ствола получалась. И некрасиво. Лучше в один ствол, я считаю. Мы с коллегами сошлись в одном мнении. Ну вот, сделала с вами обход сегодняшнего фронта работы. Мама уже пошла в баню. И я к ней присоединюсь. Сейчас помоемся, попьем чаек и будем домой собираться. Ну все, друзья, мы идем домой. Сейчас должно такси подъехать. Всем спасибо за просмотр, что были со мной. Всем отлично отдохнуть, завтра на работу. Поставьте лайк, если не сложно. До следующей встречи.